Полицейские в Татарстане изъяли 1,5 тонны фальсифицированной алкогольной продукции. Поддельные спиртные напитки на территории набережных Челнов сбывали двое жителей Свердловской области. В Автоград, по версии стражи порядка, немаркированный товар доставлялся из Екатеринбурга. Алина Бережная продолжит. Оперативники установили, что контрафакт подельники доставляют в набережные Челны из Екатеринбурга. В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у фигурантов в общей сложности 1500 литров немаркированного алкоголя на сумму 180 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, в основном подозреваемые предлагали своим клиентам крепкие спиртные напитки, разлитые в бутылки с этикетками известных производителей. По факту незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции возбуждено уголовное дело. Сейчас в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Следователи ищут возможные дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Алина Бережная, Ират Назипов, Вызов 112.